И список вот. А почему сундук такой большой? Ну потому что у вас теперь 3 сундука. 3 сокровища, которых надо разрушить. О, хеллоу, а, реально, капец тут. За мной бежит сумасшедший. А, тут трапал Эмитери. Нет, сейчас он положит в интерчест. Да, сложил. Отвлекайте его. Эмитери, не строй. Не строй это. Так как вас никого нет рядом со мной. Я старался, простите, пожалуйста. Я мог, да. Я зачекаю, пожалуйста. Полтора слака эндстоуна. Я умоляю прощения. Ты мне полсердечка оставил, кстати. Полтора слака эндстоуна. 48 стекла. Все, я все в инвентарь положил. Я все собрал. Ты издеваешься? Все собрал? Я собрал. Все собрал. А как ты это сделал? Посмотришь потом на записи. А как так быстро? Это была ультратактика, галактика. Ну ты просто на генераторы сходил, да? Че, как ты отлетел? Ой-ой. Ай, ладно. Ура, здесь предметы теперь у меня. Я победил! А давайте новое правило. С этими предметами нужно прожить минуту в инвентаре. Не атакуя при этом. Здравствуйте, что происходит? Мне нравится эта карта, боже. Надо, получается, алмазы собирать, не уничтожать яйца, не бить друг друга, да? Мы не можем бить. Нет, мы не можем бить другие сокровища, а убивать друг друга и отнимать ресурсы можем. Да. И миньонов тоже не ломайте, потому что с помощью миньонов можно отталкиваться. Не, миньонов маленьких, от них не отталкиваешься. Какой да, большой, но от пока они можно. Живы, ты отталкиваешься от главного сокровища. А, он ходит, он в броне, я боюсь. Он в броне, убегай. Какой нафиг в броне? Убегайте, гончар, беги. Убегай. Автокликер. Какой автокликер? Да у него автокликер. Вам не нужны алмазы. Вам не нужен ни один алмаз. Зачем? А что нам нужно? Посчитайте, там есть какие-нибудь ресурсы за алмазы? Все, не берите автобилдера, не берите в сундуке автобилдер. А что там за алмазы? Отталкивающая коробка. А, отталкивающая коробка, тогда базару ноль. Зачем я сказал? Так? Несите мне изумруды, быстро! Все, у меня, 26. Не хватает двух изумрудов. Быстрее собирайте изумруды! Быстрее! Все, время пошло, у меня все ресурсы в инвентаре. Как все это? Ресурсы? Так. Все ресурсы в инвентаре, минута пошла. Бей его! Вас двое, черт! Бейте его! Прожить буквально секунду. Да какую секунду? Потому что прощайте, у меня маска! Нет! У вас вдвоем! Как вы меня каменными мечами вымесите? У меня маска. Гончар, да, убей меня. Капец, мы проиграли. Нет. А что прикол был? Да у него еще автокликер, это невозможно. Какой автокликер? Да у него по-любому автокликер, все какой понятно. Какой автокликер? Я почему не могу? Нужно с этими всеми предметами в инвентаре, нужно еще вам сломать сокровище, вас всех убить. Ха! А, ладно, давай. Какой приспешник? Мой приспешник это гончар. Че просить? Разучиться. Зайди в Fortnite, подеградируй немножко. Я сдох, боже. И сломай глаза. О, ты себя спалил, гончар. Лучше, чтобы не ломал. Он что, если что, я купил больше бумбоксов, то есть фактически я не потратил то, сколько надо. Давай, убей его. В чем правило? Проси вверх. О, да, лучшая тактика строится вверх. Как Дрим. Как желтый Стива. Давай, убей его как Дрим. Давай. Это уже где-то... Давай. Я очень давно смотрел видео, там где нельзя срывать. Да блин, нет, это все. Он ультанет и все сломает. Это бан. Йоу, что так много? Короче, собрать... Что это за карта? Я эту карту первый раз в жизни вижу. Чел, ты... Собираем слитки золота, берем, покупаем все мечи, а потом броню, и потом идем в центр, собираем изумруды... Нет, убиваем командора сначала. Окей, хорошо. Убиваем сначала командора, а потом собираем изумруды. Всем понятно? Стратегия. Что, начальника? План я хороший. Я покупаю все мечи. Я сейчас куплю вам где все мечи. А где Абон? Надежный, как швейцарские часы. Водитель умер. От депрессии. Я максимально... Стой! Житель умер от депрессии. Давайте я иду на помощь. Давай иди на помощь, слей, сольем его. Быстрее, молодец, красава. Стой, скинь мне все, скинь все мне, быстрее. На. Стой, не бери, да блин, мне отдай теперь все. К-
Коррупция. Да куда ты это идешь? Стой, отдай мне все рейтинги. Что, бейте его. Кого? Найс это ты будешь. Я его затрапал. Я в блоках. Бей его. А, ты автобилдером, что ли? Да-да-да. Окей. Короче, не дайте ему собирать изумруды. Хорошо, натянника. Давай, я его... Он выпустил своего дельфина. Что я сделал? У меня были изумруды, я мискликнул, у меня были изумруды. Он, ты упал. Давайте, забирайте быстрее. Ты упал. Я не упал. Где? Бейте его. Защищай меня. Я купил золотые ботинки, мне стал алмазный броней. Стройся вверх. Нужно сломать мне сокровище, у меня убить, как только вы соберете ресурсы. Один ботинок. Один ботинок есть? Все есть! А, три хоруса, ё-моё, три хоруса еще. Сколько она стоит? Три хоруса еще. На этой команде... Стой! Прикол! Все есть! У меня все ресы! Что нужно делать теперь? Отлично! Теперь вам нужно сломать мое сокровище и убить меня. Держайте ресурсы в инвентаре. Бейте его! Зажмите! У меня нету... У меня есть. У меня есть алмазный меч. Где он? Ох, ты умный! Спасибо за билдер, папаша. Я чуть не упал, боже мой. Почему нет? О, упал в пустоту! Огненный шар. Хорош. А кто за мной бежит? А, понимаю. Иди к нему на базу, у меня два корона есть. У меня пожалуйста, помогите, мне не хватает три корона. Скинь мне! Быстро! Наперл один. Все, смотри, тактика. Сейчас я его нахожу, прихожу. Идите ко мне быстрее на красную команду. Да нет, мы к тебе бежим. Все, я умер. Гончар умер. А подожди, а что делать, если хорусы больше купить нельзя? Тяжело. Ладно, просто убейте меня, пока я не собрал ресурсы. А хорусы ты уже не купишь. Ну, чтобы получается, да, теперь, чтобы победить, ты просто должен продержаться 15 минут. Ну что, давайте, Мюнхан. Слишком быстро скидываешь. Опять три алмазника. Два алмазника. Давай. Уходи! Да кто это сделал? Ой, ну нет! Одну дырку! Гончар! А как я? Стоп, чё? Да блин, серьезно, мы за 15 минут не сможем победить одного чела. Оглянись. Да я вижу. Ну их же собирать надо как-то. Он не идет за мной, все, слава богу. Так, потому что я иду за гончаром. Короче, у меня появилась идея. Давайте построим базу и будем сидеть там. Все, нападаем на него, почему? Нападаем, у нас есть минута 20. Где? Короче, у меня есть железный аргумент, как его победить. Если ты сейчас нам не проиграешь, то гончар себя забанит. Вы где? На хайве. Потому что всем известно, что гончар это великий админ хайва. Я русский МДЖ. У меня инвентарь снежков. Так. И все, он просто снежками меня выкинул. Если так, снежков. Если победить врага, ты нормальный. Убежайся не по-умному. Изи! Я зарешал.